Если вы в зеркале видите Леонардо Йовича, то за него платить не надо. Знаете почему? Потому что в данный момент времени я нахожусь в платном туалете. А вообще-то Леонардо Йовович сегодня решил посвятить свою работу, свое личное время духовному развитию. Я сейчас нахожусь на складе яйцебазы. Ребята там меланж переливают. Меланж — это битые яйца. В общем, у нас идет активная подготовка к Новому году. Правда, елки у нас пока нету. Елка.